Мы продолжаем вам презентовать только самые лучшие, самые качественные модели. И сегодня джемпер Бель, который выбрала и я, по цене 990 рублей. Вы знаете, что он сделал? Он вызвал прямо с нашего анонса невероятный ажиотаж. Потому что вещь, которая вот действительно, вот ты говоришь про базовую вещь в гардеробе, вот это она и есть. Джемпер. Вы понимаете, настолько он классический, настолько комфортный, а выглядит стильно и идеально. И я, честно говоря, конечно, в восторге сегодня. Давайте поговорим, наверное, прежде всего, начнем с козырей. Давай. Мне бы хотелось все-таки сказать о том, что я себя невероятно комфортно чувствую. Угу. И все это за счет натурального материала. Конечно. Вот, да? Наверное, правда. Вот козырь, конечно, этого джемпера, это не только красивый цвет, не только красивая лекалая вязка. В первую очередь, это состав. Хлопок. Вы представляете, более 60% хлопка входит в наш джемпер. Именно этот благородный материал делает носку в любой сезон очень актуальной. Летом прекрасно кожа дышит, вам не жарко, вам комфортно. А если вы решите такой джемпер, хоть он и ажурной вязки, да, например, на маечку какую-то надеть, вы запросто это можете сделать, и хлопок прекрасно согреет. Но для того, чтобы его усмирить, у нас добавлен еще пан. Это специальная пряжа, которая имитирует шерсть по своему составу, но она же делает хлопок более податливым. Мы избегаем ситуации, когда вдруг джемпер растянулся, а сама знаешь, например, на локотках чаще всего протертости появляются. Вот пан как раз делает хлопок более сдержанным. Поэтому и катышки здесь не появляются, и локти не протрутся. Ну, просто идеальное соотношение сегодня качества. Слушай, ты знаешь, идеальное соотношение качества и цены. 990 рублей, друзья мои. Ну, честно говоря, вот такой джемпер у меня примерно есть в гардеробе, потому что он, правда, необходим. Но я такой джемпер брала почти за 3500. Честно вам скажу, я переплатила, я жалею. Но сегодня мы можем на телеканале Дисконт делать умные покупки, поэтому будьте с нами. И давайте еще поговорим вот о чем. Он идеально садится. Вот ты знаешь, что мне нравится? Мне очень нравятся манжеты. Рукавчик, вот этот вот, и посмотри. Давай, манжеты снизу и сверху. Абсолютно мне очень верно. Комфортно. Правильное замечание. Вот моя мама вяжет. Я уже неоднократно вам об этом рассказывала. Более того, она связала вот очень похожий джемпер, но сколько это заняло времени, сколько стоит пряжа, и, конечно, уже вот эту вот резиночку так идеально в домашних условиях не свяжешь. Здесь специальная машинная вязка, которая провязывает манжет, который идеально садится абсолютно на любой ширины запястья. Вот что мне нравится. То есть вы не будете чувствовать кого-то дискомфорта. При этом, если вдруг ветерок подует, тоже все будет комфортно. Перекликается наша манжета вместе с планкой по низу и задает нам такой стиль, я бы сказала, как рамка. Собирает воедино пропорции нашего тела. Притом вы сами, благодаря этой планке, можете регулировать посадку. Можете, например, подсобрать кверху. Будет а-ля такой фонарик. А можете полностью распрямить его вниз. Тоже носить так можно. Ну что ж, идеальная посадка. Действительно, посмотрите, какой прямой силуэт и как он подчеркивает грудь аккуратно, вот этот U-образный вырез. И еще знаешь, что мне нравится? Невероятная какая-то вязка. Легкая прозрачность есть, такая манкость, женственность. Да. 990 рублей. Ограниченный у нас товар. Посмотрите, 54 размер уже тоже загорелся красным. Остался 48 по 52. И давайте вот поговорим, да, как правильно выбрать размер. Ой, давай, Наташ, ну давай на примере тебя все равно как-то попробуем, хоть у нас тут техника, так скажем, студийная, это не очень сейчас будет презентабельно выглядеть, однако я на тебе все-таки замер проведу. На Наташе 48 размер, 59 сантиметров это длина по спинке. Но мы мерим сейчас на Наташе, понимаю, что 2-3 сантиметра к длине можно добавить, потому что на Наташе все-таки немножко в присобранном состоянии. Смотри, именно за счет такой длины мы сейчас видим на тебе вариант с юбкой, а если мы посмотрим сейчас на подиум на Любу, то увидим, как наш джемпер Бель прекрасно ведет себя с ансамблем брючным. Посмотри, как здорово. Да. Совсем другая история получается. То есть идеально, до середины бедра. Да. Тем более мы можем манжету регулировать выше, ниже, поднимать. И при этом манжеты у нас могут регулироваться и в зоне ручки. Потому что ручки, вот ты знаешь, у меня мама, например, полноватая, да? И у нее всегда может давить в зоне руки. А мы можем, посмотри, как здорово, регулировать и полноту, и высоту за счет манжета. Запросто три четверти можно сделать рукам подтянуть, что на лето будет более, наверное, актуальным. А плюс опять можно добавить какие-то украшения. Потому что джемпер, он имеет очень модный, очень современный трендовый оттенок, который Институт цвета провозгласил, да, ведущим сезонным цветом, цвет ультрафиолет, но все оттенки лавандового, лилового, сиреневого,
фиолетово, это цвета творчества, это цвета женственности. И вот сейчас такой цвет, конечно же, является самым классным, самым актуальным на сезон весна-лето. Ну что ж, а у нас осталось менее 30 вот таких вот джемперов на всю нашу страну, друзья мои. И я хочу сказать, конечно, что это настоящее чудо. Вы знаете, ощущения невероятные, потому что хлопок, мне не жарко, мне не холодно. То есть вещь у нас получается всесезонная, что очень важно. Допустим, кофточку накинул, пожалуйста, я зимой совершенно спокойно могу носить. Вот сейчас, в межсезонье, да, тоже идеально. Я тебе вообще хочу сказать, Наташа, если ты, например, в зимний период времени наденешь водолазочку с горлышком прямо вниз этого джемпера, у тебя появится возможность сделать такой многослойный вариант. Поэтому вот этот джемпер Белль на лето очень актуален, но и на другие сезоны вы с удовольствием будете его носить. Ну что ж, всесезонный, всевозрастной, идеальная базовая вещь для вашего гардероба, идеальная вязка джемпер Белль. Звоните, заказывайте прямо сейчас по самой низкой цене.